Прекрасные женщины, которые даже в самые тяжелые для России времена дарили нашему народу сыновей, способных своим творчеством воодушевить людей, вдохнуть в них новые силы для созидания. Герой нашего фильма – военный музыкант, композитор, дирижер, руководитель одного из лучших коллективов в мире, дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии. Его имя – Борис Александров. Вот чего месишься бы, Харитонов. Крещенный, как хлеб и мой. Малый этап или первый? Это будет, значит, в пятом такте, в шестом такте, в седьмом такте, а восьмом не надо. Такими, знаете, там, это как вот как струнное дело, их там 16. Да-да. Вот так с утра и до вечера, где бы то ни было, в Москве или Париже, Гаване или Мурманске, работает эта воинская часть, краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии. Сформировано в 1928 году, состав 200 человек, вооружение 1000 песен и плясок. Командир полковник Борис Александров. Он принял дирижерскую палочку из рук отца, генерал-майора Александра Александрова. Впрочем, генералом он стал позднее, а вначале командовал отделением в 12 человек. Но уже в 1938 году, когда александровцы выступали у озера Хасан, это была рота, а их песни знала вся страна. Вот эту, например... партизанскую дальневосточную, найденную Александровым в далеком гарнизоне. Когда началась Отечественная война, ансамбль тоже вступил в бой. На пятый день Великой битвы родилась эта песня. год. Страна прощалась с Александром Васильевичем Александровым. Звучал гимн Советского Союза. Современники прощались с автором музыки главной песни страны. Прощались с близким человеком. Сыновья с отцом.
1993, осень. Уже нет Советского Союза. Есть Россия, и по торжественным дням звучит другой гимн, которому еще не придумали слов. В этом здании, известном в народе как «Дом на набережной», и построенном после революции в основном для советской партийной элиты, нашлось несколько квартир и для выдающихся деятелей науки и искусства. Время все ставит на свои места. За каждым окном разные человеческие судьбы, подчас трагические. С 1962 года здесь живет и семья Бориса Александровича Александрова. Это все... Тут особенно показывать-то нечего. Тут все такие... В разное время года снято. Вот опять это я в реальном училище. Это вот сын. А это моя жена Ольга Михайловна, это она потом. Это я молодой. Ой, здесь фотографии очень старые. Родители моего отца, это дедушка, это бабушка, крестьяне из села Плахино. Вот это, вот. Дедушка был очень начитанный и очень религиозный, страшно религиозный. Очень религиозный был. Он задавал религиозность, что он, когда отцу было, что это 8 или 7 лет, он так сказал, Богу угодно, я сделал его этого, хотел сделать его монахом, но пока говорит, он еще маленький, я его отдам в ход, тем более у отца был замечательный альт. И он приняли его в Казанский собор, где он там и пел. Это замечательное творение храма Спасителя, которое, как я знаю, строился 45 лет на пожертвование денег со всего нашего населения. Примечательно, что храм стоял на том берегу Москвы-реки, совсем рядом, напротив, дома на набережной. Я хорошо знал этот замечательный храм Спасителя, тем более, что я там пел мальчиком в хоре церковном. Тогда мне было всего 12 лет, когда в 18 году приехали мы, наша семья с отцом приехали в Москву. Там были картины замечательных наших русских художников. По-моему, Сурикова и Репина были там картины. Одним словом, на Пасху мы мальчики, три у нас мальчиков, подходили к патриарху, тогда Тихон благословение, так полагалось. Он благословлял нас, мы совали ему руку. Причем интересно, что альтом пел это я, тенор был знаменитый певец Дмитрий Смирнов, а бас был Григорий Пирогов. Это брат этих прославленных, затем все семьи Пироговых. Вот. К счастью, осталась картина, вот, которая здесь висит, этот храм. Он
якобы он ведь сделан был из мрамора. Но, к сожалению, он не уцелел, храм его разрушили. Только в храме Спасителя, а я поступил в 18 году в Большой театр, в детский хор. Мы пели в хоре тогда, был сказка «Салтаник», «Пиковая дама», «Кармен», «Борис Гудунов», «Борис Щелкунчик». И поэтому, так сказать, была, можно сказать, моя первая консерватория. К счастью моему, я прослушал, тогда выступал еще Федор Иванович Шаляпин, слушал его в Борисе Гудунове. Хотя мне тогда и было всего лет 13-14, но мне осталось впечатление Федора Ивановича Шаляпина до сегодняшнего дня. Такое исполнение, такое чудесное пение, я больше никого не слышал и, конечно, не услышал. Господи Боже мой. Вот это я. Ну, тут ничего такого особенно интересного нет в этом журнале. Вот опять ты, опять ты. Родилась я в 1905 году, в июле месяце, в Петербурге. Тогда был Петербург. Родилась в семье, у меня отец в то время был студент, бедная семья была. Ну а потом, по окончанию университета, отец пошел, так сказать, в гору, и мы стали уже жить хорошо. Борис Александрович говорит, что он в меня влюбился с первого взгляда. Ну, а я не скажу, что сразу. Это пошло постепенно. Ну, потом я от природы очень была подвижной, живая. Меня Борис Александрович уже пригласил в дом, познакомил там со своими родителями. Ну, так бывало раньше. Не было ни телевизора, ни радио, а ходили по квартирам, по домам. И его мать была в ужасе от меня. Это, говорит, кошмар какой-то, а не девчонка. Она не сидит на месте. Она все время трещит, как сорок. Но сперва и мои родители были против Бориса Александровича. Что такое какой-то студент? Мне все отец присватывал так это, постарше. А здесь одногодки. Ну ничего, постепенно все образовалось. Ради счастья! From the country to stay with us. With us? Ой, Борис Александрович, ты же нам страшно мешаешь. Но... We invited. Борис Александрович, ты же нам страшно мешаешь. Хорошо, сейчас сниму немножечко еще вас, потом пытаюсь заниматься, пойду. Ну хорошо, давай, стойте. Свобода.
годы проходили. Борис Александрович написал свадьбу в Малиновке. Вот тут у нас началось малиновое житье. Потому что Малиновка пошла по всему Союзу. Вашу ручку, битта-дритта. Приготовьтесь, фрау-мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка, смелее, напрямик. С вашей фигурой это шик. Раньше так, потом вот так. Да я плясать мастак. Продолжаем энцвейдрей. Ну, ходите побыстрей. Донор Веттер, что за боль? На любимый на мозоль. Пляска такая нелегка, но зато моднее ха-пока. Раньше так, потом вот так. Да я плясать мастак. Знаете, при такой жизни по-всякому бывало. Бывали у нас вот и тяжелые моменты, и материальные бывали моменты. Все-таки мы бросили Москву и уехали в Бугульму в эвакуации. Буквально в чем есть. Потом мой отец вернулся в Москву, там кое-что собрал, и я в Бугульме торговала на рынке для того, чтобы жить. И Борис Александрович посылал посылки. Ну, всяко бывало, конечно. Но у нас был сын, и сын умер. Сын умер, 25 лет ему было, он умер. Ну, что ж делать? Сын у нас был, вон какой-то. Пусто стало в доме. Если бы не работа, друзья и внучка Лера. Лера выросла, теперь у нее свой дом. Я встал... Все еще заниматься давно уже, правда, не учился специально. Я любил вообще художников, собирал картины в течение 50 лет. Главным, понимаете, я связан с тем, что я очень был нервным человеком, мне надо было лечить нервы. Одно время я увлекался рыболовством, рыбалкой. Рыбалка, конечно, нервы успокаивало, сидишь на половых, смотришь, как дурак, но отдыхаешь. А потом на рыбалку-то ходить далеко, я не могу так. Я переключился на живопись, тем более увлекался ими. И вот уже я рисую, я не рисую для кого-то, а рисую для себя просто, когда мажу, как говорится, этим маслом картины, то я отдыхаю тоже, ни о чем не думаю, у меня что-то получается. Но не для того, чтобы для показа, а только для себя. А картины такие, которые я рисовал с натуры, это большей части цветы, потому что не надо никуда ездить, а дома находятся, их рисовываются. В трех сетах, вернее, весь финал игрался не из пяти, а из трех партий. Первый выиграл Андрей, а в двух других проиграл. 5-7, 4-6.
Нет, это куриные курочка летят. Союз, контракт. Продукция, поставляемая фирмой «Союз, контракт». Водка «Зверь». Константина Коровина, «Ночной Париж», и то должен на террасе тоже Коровина. Эта картина мне подарили во Франции за концерты нашего ансамбля. Конторы «Сория» и «Ламбразо» узнали, что мы 300 тысяч обслужили в Париже французов, заработали большие деньги. Они меня спросили: «А что бы вы хотели вам подарить на память?» Я говорю: «Знаете, я собираю русских художников, они много находятся за границей, я хотел бы их вернуть на родину к себе». Ну, за этим столом часто собирались наши друзья. Ну, Блантер, он не очень любил застолье. А вот у Мураделя у нас бывало. И он всегда такие красивые, толстые говорил, грузинские. Слушай, да. Хачатурян. Ну, Хачатуряна была, это кошмар у него все такое. Кошмар. Если он чем-нибудь возмущался. Друзья, все видно, Новиков, Кабалевский, я и Хреников. Вот фотография тоже ничего. Слово седой, я... Я когда этот перебирала свой чемодан с фотографиями, говорю: «Борис Александрович, я говорю, смотри, какая у нас житуха была. Как мы жили. Ну, мы не только мы жили, но мы как-то помогали людям, вот придут на концерт, а потом они бросаются на сцену к Борису Александровичу, обнимают, целуют». Если бы певцы советской армии были бы направлены в качестве авангарда, они могли бы легко завоевать любой город мира без оружия, только со сцены театра. Так высказалась английская газета «News Chronicle». В 20 странах мира демонстрировали свои искусства краснознаменцы. Газета «France Nouvelle» писала: «Мы скажем, что программа ансамбля чудесна, слыхана, великолепна. Но что все это значит в сравнении с самим концертом?» Oh,
моя, та ты ягода, малинка, малинка моя. Калинку любят в Чехословакии, во Франции, в Польше и на Кубе, в Болгарии и в Канаде. И всюду просят: Калинка, не уезжай. Калинка, вернись. В этот день Александровы ждали гостей. Старший сержант запасов прибыл для прохождения дальнейшей службы. Харитонов. Я болею душой, я болею душой, ветерами, ветерами, порой мировой. Я болею душой, я болею душой, ветерами, ветерами, порой мировой. Ну вот мы снова вместе, Борис Александрович. Да. Да. С большой радостью. Как вы себя чувствуете, Борис Александрович? Ну я смотрю, нормально, вид хороший. Лет 50. Но самое... Как? Больше. Ну да ладно. Ну об этом не будем говорить. Настроение хорошее, самое главное, наверное. Да? Хорошее, это да. Видно. Так что... Вспоминаешь те годы хорошие. Какие годы? Замечательно. Борис Александрович!
Ой, дай причесаться. Борис Александрович, смотрите, кто пришел. Разве Борис Александрович не узнаете, а? Борис Александрович, дорогой, как рад я вас видеть. Дай Бог вам здоровья. Ой, замечательно. Давненько не встречались. Рядовой запаса Артур Эйзен. Да. Доложитесь. Решайте, я кучи не люблю. Эйзен, ныне солист Большого театра, начинал в ансамбле Александрова. Мои успехи очень доволен. Да ну, Борис Александрович. Мои успехи не случайно. Фундамент был заложен вами. Ну, я сразу смеялся, когда вы сказали, что в Японии ты в Катчеве спел. Что бы я думал, товарищ, вот и граница японская. Ну, знаете, хохму, у нас всегда были. Извините, Борис Александрович, еще Ваня пришел. О! Троевым. Здравствуйте, Ваня. Давненько мы с вами не видались. Давненько. Строевая солдатская. Мимо них идем, мы с тобой не глядим. Раз, два, раз, два. Все нормально. Живы, здоровы, того и всем желаем. Правильно? Правильно. Александр, вы посмотрите, какая могучая кучка приходит к вам. Артур пришел, Леша пришел, Ваня. И вы посмотрите, один богатырь. Кучка-то точно, да? Кучка. Один богатырь. Наша кучка. Россия басами не перевелась. Ну что, 35 лет прошло с тех пор, как меня перевели из краснознаменного ансамбля в Большой театр. Но все эти годы все равно мы оставались друзьями с Борисом Александровичем. Часто, когда встречались где-нибудь на каких-нибудь концертах, Борис Александрович все время спрашивал меня, как там к тебе относятся, как тебя там, тебя не прижимают, а то приходи, я тебя обратно беру, обязательно. И у меня всегда был резерв, и мне какой-то был всегда хороший настрой, оптимизм какой-то. У меня всегда будет возможность прийти к Борису Александровичу обратно. Я знаю, что многие из деятелей современной музыкальной, Они скрывают свое какое-то прошлое. Они не хотят признаться, что они раньше были народными музыкантами. Они играли на баяне или где каких-то ансамблях участвуют. А сейчас они дирижеры, и о том времени не вспоминают. Я вспоминаю всегда с гордостью и с радостью, потому что школа была великолепная. Лучший хор, я считаю, мужской в мире был хор краснознаменного ансамбля. Я так вот свое детство вспоминаю. Ну, как вы знаете, я в Ленинграде родился и начал свое образование в Ленинградской капельне. Когда война началась, мне было 6 лет. Но очень музыкальная была семья, я знал весь репертуар, и как все вот люди моего поколения, это чуть старше кто-то. Вы помните, мы главную информацию получали из этой черной тарелки, так называемой, которая все время работала. И знал краснознаменный ансамбль. Я тогда не понял, что это ансамбль военный зал. И мы знали все, я знал наизусть «Полюшка поле», «Демона», о которой Артур говорил, еще «Ноченька», «Хор». Будучи, то есть это действительно были популярны, любимые народом. Это вот воспоминания мальчишки, я там не помню что-то другое, так сказать. А вот это я помню, четко помню. Помню репертуар, потому что это было популярно в народе. С 41-го года, как началась война, я пошел на фронт. Я служил в авиационной части. Во время исполнения задания меня раз подбили, второй раз сбили, получил тяжелую контузию в 42-м году. В Иванове или в Шуе, в одном из госпиталей, ну, как обычно, когда вот нас перевозили в вагонах из госпиталя в госпиталь, вдруг остановка. Выходят там ребята, у кого балалайка, у кого гитара, у кого баян. Один заиграл, и я запел «Степь да степь кругом». Ко мне подходит старушка, бабушка. «Сыночек, тебе нужно петь.
Говорю, бабуля, мне нужно воевать. Слова ее оказались пророческие. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там красавица москвичка собирала виноград. Я бледнею, я краснею, захотела вдруг сказать. Станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый, так лен зеленый весной. Без уклена, да мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый из-под вязала коренья, маму дому разорение, вот и калина, вот и малина. Из-под вязала, из-под вязала, из-под вязала коренья.
Социалистического труда, народный артист Советского Союза, генерал-майор Борис Александров. Много прожито. Немало и сделано тоже. Много потрудились мы, так сказать, во славу нашего русского искусства. И, наверное, сейчас где-то подрастает мальчишка, песня которого полюбит и запоет возрожденная Россия. Упал я на границе первый бой, закрыв ладонью рану на груди. Сама земля стонала подо мной, и жизнь уже казалась позади. Только тверже выходила из огня суровая, доверчивая Русь. Но как ты обходилась без меня, а я вот без тебя не обойдусь. Я пойдусь.